الزكاه ما هي؟ شو تقول الزكاه؟ الزكاه لابد ان تؤخذ الزكاه من مال معين، من اموال معينه. Закат он выплачивается с определенных видов имущества. في وقت معين. В определенное время. بمقدار معين. В определенном количестве. إلى الأصناف الثمانية. Выплачивается он восьми категориям людей. الزكاة تنقسم إلى قسمين. Закат делится на два вида. فرض ونفل. Фард обязательный и дополнительный. الفرض ينقسم إلى قسمين. Что касается обязательного заката, то он делится на два вида. زكاة بدن هي زكاة الفطر في عيد الفطر بعد رمضان. Закат, который касается тела, это закат аль-фитр, который выплачивается после Рамадана. وزكات مال. И второй вид это закат с имуществом. الأموال تجي فيها الزكاة أربعة. Что касается имущества в отношении него, أربعة أقسام. أربعة أموال. То он берется с четырех видов имущества. الأول. Первое. الذهب والفضة. Это золото и серебро. العملات الورقية يورو دولار. А также бумажные деньги евро, доллар и так далее. الثاني الإبل والبقر والغنم. Второй вид имущества, с которого уплачивается закат, это верблюды и коровы и мелкий рогатый скот. إذا كانت ترعى ولا يشتري لها علف, لا يشتري لها طعام. Но при условии, что они пасутся, ты не покупаешь для них корм. نعم. الثالث الذي يخرج من الأرض حبوب والثمار فقط. Третий вид имущества, с которого уплачивается закат, это зерновые и плоды. الحبوب مثل القمح, شعير. Да, под зерновым подразумеваем, например, пшеницу или ячмень. الثمار مثل التمر. Под плодами подразумеваем такие плоды, как финики. الخضروات, الفواكه, هذه ليس فيها زكاة. Что касается овощей и фруктов, то с них не выплачивается закат. الرابع عروض التجارة, كل ما أعد للبيع والشراء لدي سوبر ماركت يبيع فيه الأخشاب, يبيع المواد الغذائية, يبيع الملابس, هذا فيه الزكاة. Четвертый вид имущества, с которого выплачивается закат, это товары. То есть все, что подготовлено человеком, предназначено для продажи. Например, если у человека есть супермаркет, магазин, где он продает одежду, или продает продукты питания, или продает, например, дерево, то он должен выплачивать с этих товаров закат. Да. Аллах.